Доказательства были неопровержимы, и на видеосъемке четко видно его лицо. В рамках операции «Нерест» сотрудники подразделения экономической безопасности задержали мужчину, который незаконно ловил сетями рыбу на особо охраняемой природной зоне реки Кама около села Березовая Грива Алексеевского района. Его задержали. В лодке в сетях насчитали полицейские 47 разных видов рыб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Кроме этого, в середине мая сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны двое жителей Казани, которые в акватории реки Кама осуществляли незаконный лов рыбы с использованием надувной резиновой лодки и рыболовной сети длиной 120 метров. В ходе осмотра изъята рыба, а также орудие лова. Все изъятое направлено на экспертизу.